на кухне могут произойти всегда какие-нибудь непредвиденные аварии. Вот смотрите, видите эту маленькую ямочку? И вот я вот с этой бочечкой 200 литров соуса только ее открыл. Качу ее себе, качу и попадаю колесом прямо вот сюда. И становится у меня бочка вот так вот. У меня вся жизнь пробежала перед глазами. Я думал, все, коллапс. Сейчас 200 литров разольются по всей поверхности. Но нет, не повезло. За счет вот этой конструкции металлической, она как раз уперлась в пол, бочка наклонилась и осталась в таком же положении. Перекрестился, поехал дальше. Да, соус я уже давно томат не варю, как правило. У нас он приходит готовый по 200 литров бочки, такие большие. Не удержался, все-таки я сниму и покажу вам, как это было примерно. Ну вот так вот бочка наклонилась, вот так вот она стояла наискосочек. Но полная еще была, только 200-литровая. Нормальный вариант, да?